Только стоял на ногах, молодец, но ручки себя повел. Хотя сейчас такая мода на симуляции, что в футболе что-то такое. И бросок, гол! Юнков сотворил дубль и перевел финальную серию в овертайм! Ой, в овертайм все исправляются за какие-то свои ошибки при в третьем периоде, когда он не совсем удачно сыграл в обороне. Но и прекрасный матч его справлял сегодня.